Всем здравствуйте! Информация о том, что Филипп Киркоров из-за скандальной вечеринки Насти Ивлеевой уже несет серьезные потери, получила широкий резонанс. Король российской эстрады буквально на несколько минут заехал в клуб «Мутабор» на вечеринку Ивлеевой, но, заметив, что там происходит, тут же поспешил отправиться домой. Вот только, за это время его успели снять, опубликовать в публичном пространстве и привязаться к наряду. Ну а дальше общественность набросилась на мероприятие и саму Ивлееву. Больше всего досталось Киркорову, который решил извиниться. Отснятый ролик с его словами 26 декабря разошелся по всем пабликам и социальным сетям. Певец подчеркнул, что осознает ошибку и не хочет, чтобы эта оплошность отразилась на его творческой деятельности. Вот только народ совсем не поверил знаменитости, и все чаще начали звучать призывы к тому, чтобы убрать Киркорова из всех новогодних передач. И первая ласточка уже прилетела. Так, например, Филипп Бедросович был на постере новогоднего музыкального фильма «Иван Васильевич меняет все». 27 декабря он резко исчез. Образ поп-короля заменили Павлом Волей. Информацию о досъемках подтвердила и Тина Канделаки. Она заявила, что работа продолжается, но не стала говорить причину. Киркоров не комментирует то, что его начали убирать из программ, хотя накануне он заявил, что никуда не уезжал из России, никого не предавал, всегда любил свою публику и выступал для своего зрителя. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!